Друзья мои, помните этот плющ? Я его снимала зимой, и было минус 6. Сейчас у нас плюс 30, и плющ, можете видеть, как себя чувствует. Видите, его направляют по стеночке такими веревочками. Он плетется с удовольствием, растет вот ни в чем. Можно сказать, что это плющ просто на асфальте произрастающий. Надеюсь, его кто-то поливает. Ну или же у него шикарная корневая система, которая углубляется как можно глубже, чтобы достать воду. Ну, это нереально, то есть я надеюсь, что его поливают. Ну, красавец. Конечно, он отошел по сравнению с зимой. Зимой он выглядел хуже, и листья были на ощупь обледеневшими. Сейчас шикарно развивается, а побеги очень толстые. Посмотрите, они просто с карандаш. Да. Очень хорошее вертикальное озеленение. Посмотрите, как он присосками вот здесь вот присасывается. Не знаю, навелась резкость или нет. Очень слепит солнце, поэтому не видно. Ну, вот сравнение с моим пальцем. Мизинец. Ну, у меня не самые тонкие пальцы, чтобы вы понимали. Вот, ну, побеги такие мощные. Корни готовы присосаться к любой поверхности. И очень мощно. Лучше бы, конечно, он присосался просто к деревянной поверхности, но так как такое нет, то он хорошо присасывается и к вот этой поверхности крашеного кирпича. Друзья, выращивайте плющ. Он выносливый и хорошо декорирует стены.